В Нижней Сецке, поселке в Чкалском районе Екатеринбурга, произошло столкновение легкового автомобиля с мотоциклом. Момент аварии попал в объектив уличной камеры наблюдения. Накануне вечером на улице Димитрова перед поворотом на Химаш у светофора образовалась даже не пробка, а небольшое скопление автомобилей. Но по какой-то причине оно не понравилось водителю серебристого Hyundai Accent – Мужчина, по словам очевидцев, на вид ценный специалист даже не из левого ряда решил развернуться через сплошную разделительную линию, чем поставил в неловкое положение мотоциклиста. Заметив неожиданно появившееся препятствие, байкер начал тормозить, но избежать столкновения не смог и упал на дорогу. К счастью, мужчина был хорошо экипирован и серьезных увечий не получил. Обошлось с синяками.